Гостей театрального центра «Жаворонки» приветствуют песнями и танцами. День открытых дверей – долгожданная встреча педагогов и воспитанников. Сегодня долгожданная встреча с нашими замечательными зрителями, маленькими и большими. Мы очень долго были в карантине, мы долго были какие-то в отпусках и в летнем периоде, но сейчас мы, наконец, открываем свои двери, двери театрального центра «Жаворонки». Соблюдение дистанции, маска – обязательные условия посещения театрального центра. В этот день гости смогли побывать на разных площадках и еще раз убедиться, что творческая жизнь здесь бьет ключом. Хореография, художественное отделение, игра на народных инструментах, вокал, театральное искусство – всего 27 творческих направлений. В «Жаворонках» ждут не только детей, но и взрослых. У нас есть для души и для разума студии и кружки не только для детей, но и для взрослых. 27 студий открыты для вашего внимания. Завершился праздник на сцене театрального центра. Лауреаты онлайн-конкурсов получили долгожданные награды. Мне сообщили, что я занял 3-е место. Я очень был доволен, потому что посчитал это просто как подарок. У меня в мае месяце 85 лет исполнилось. И тут вдруг я тоже стал каким-то лауреатом. В период пандемии театральный центр «Жаворонки» был закрыт для посетителей, но работа не останавливалась ни на минуту. Сейчас педагоги готовы наращивать темпы и с нетерпением ждут встречи на первых занятиях. Мария Шматкова, телеканал «Одинцова».